Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня хотел вам показать один очень хороший прием, как избавиться от воспаления седалищного нерва. То есть многие из нас сидят в бюро часами, да, и работают, и иногда воспаляется седалищный нерв. Вы знаете, сами здесь в пояснице, и вниз, через ягодицу вниз, значит, есть седалищный нерв, да. Иногда происходит у многих людей воспаление. Как это сделать? У меня есть одно очень хорошее упражнение для вас. Смотрите, покажу. Значит, берете ногу, вот так поднимаете, опираетесь на стол, чтобы удобнее было стоять, и стоите 30 секунд. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. При этом вы должны чувствовать, как сзади оно натягивается и мышца расслабляется, да, на ягодице. Это 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Потом делаете вторую ногу, точно так же поднимаете, чтобы не упасть, опираясь я на стол, вот так слегка, да, углом, и стою, вот так считаю тоже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Значит, до 30 можете сделать 3-5 подходов. При этом чувствуется, как здесь натягивается все. И это очень здорово происходит. Почему воспаляется седалищный нерв? Потому что этот нерв, он защемляется мышцами, да? То есть вы сидите, например, весь день в рабочем таком состоянии, на заднем месте. Естественно, там все мышцы, они как камень, да, берутся. И они, этот мышц, седалищный нерв, они защемляют. И там получается такая, как сказать, плохое кровоснабжение, воспаление, то есть он не работает должным образом, да, и это дело нужно освободить, и тем вот таким образом это делается. Это очень-очень просто. Еще есть другие упражнения в интернете, можете посмотреть, но мне нравится это упражнение, потому что я могу и дальше смотреть по компьютеру, даже можно по телефону разговаривать спокойно, как бы это все заодно, да, не нужно на пол ложиться никуда, это можно делать на улице, вот где, значит, подтягивайте ногу, вот так, опираетесь где-нибудь или об косяк рукой и ждете 30 секунд. 3-5 подходов, и все воспаление снято, и будете себя потом отлично, прекрасно чувствовать. Итак, с вами был Виктор Балет. В следующий раз еще что-нибудь интересное покажу. Пока-пока.